Задай вопрос. Миша? Да. Миша, вот это, мне непонятно, что делать вообще? Что вообще делать? Что вообще делать? Вообще что делать? Вот, вот просто непонятно. Значит, что вообще делать? Для того, чтобы жизнь была полной чашей, надо двигаться в трех направлениях. Избавляться от нежелательного. Пойдем. Я тебе по ходу расскажу. Давай. Избавляться от нежелательного. Раз. Достигать желаемого. Два. И третье, самое важное, что люди всегда упускают из вида. Креативить. Потому что если человек только избавляется от нежелательного и достигает желаемого, то рано или поздно он попадает в замкнутый круг. Понимаешь? А... Понимаешь почему? Мне надо избавиться от проблем. Да. То есть ты понимаешь, что-то в твоей жизни тебя не устраивает, правильно? Да, есть такое, да, конечно. Раз. Угу. Что-то, чего-то у тебя просто нет. Это не проблема, а просто как бы ты хочу говоришь, этого. Да. Блин, было бы классно вот это и вот это, правильно? Ага. Это два. Да, понятно. Но, если ты просто избавишься от всех проблем и получишь все желаемое, то твоя жизнь закончится. А, я понял. Потому что в ней не будет ничего нового. Уже есть некий набор, с которым ты пришел. Я понял, понял. Ты уже пришел с неким набором проблем. Ага. И неким набором желаний. Если ты это все реализуешь, тебе придется умереть. А, потому что я понял, схлопнется. Жизнь схлопнется. Плюс и минус. Да. Я понял. Да, для того, чтобы все продолжалось, нужно креативить. А-а-а. То есть придумывать что-то такое. Я понял, понял. Да, придумывать что-то такое, чего еще не было в твоей жизни вообще. Это третий пункт, который очень важный, креативить. А-а-а. И мы создали программу, которая называется «Театр внутри». Ага. Это продолжение «Ничего не делай». И этот ролик называется «Делай все». Делай все. А что все? Три вещи человек может делать. Избавляться от проблем, так. Достигать желаемого и создавать новое. Да. И вот эта программа «Театр внутри», она как раз позволяет все эти три вещи делать. Мы пока не донесли до широкой аудитории, как это делать. Ты пока работаешь, ты занимаешься проблемами. Я проблемами сейчас только занимаюсь. Да. Но ты можешь также заниматься желаемым. То есть спрашивать себя, а что я хочу получить? И также рассматривать не имение этого. Ага. Как оно выглядит. А потом рассматривать имение этого. А, ну у меня даже сейчас есть такая тема, что ты вот когда сказал, что ты хочешь получить, я даже почувствовал. Бро. То есть я еще даже на проблеме вот. Да, да, это так, как... это нормально. Потому что начинает человек всегда с проблем. Он пока не думает о том, чего я хочу. Потому что... Он думает о том, чего я не хочу. Ага, да. Вторая часть развития, он думает, а чего я хочу. Да. А третья, что я могу создать. Ага. То есть чего еще вообще нету, но могло бы быть. И тоже рассматриваешь, как выглядит отсутствие этого. Ага. Нового. Ага. То есть, как выглядит отсутствие того, чего еще нет в твоей жизни? То есть, ты, грубо говоря, можешь понять, что ты можешь создать. Офигеть. О, понимаешь? Я понял. Так да. Это не просто программа для решения проблем. Да, это не просто программа для решения проблем. Это программа, которая позволяет двигаться в трех направлениях. Избавляться от проблем, получать желаемое и создавать то, чего еще не было. Охренеть. Театр внутри, делай все. Еще раз, вау. Раз, два, три.